liar. I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police busting at me, but they can't do nothing to me. Очень много детей. Соревнования для детей проводятся реже, чем для кадетов, юниоров, взрослых. И поэтому наблюдается очень большое количество детей. А вообще в федерации по планам, которые мы еще в прошлом году утвердили, нужно будет провести до конца года еще несколько открытых рингов такого типа, где участвуют все бойцы федерации в разных возрастных категориях и весовых. Хочу отметить, что в скором времени, надеемся, до Нового года, в федерации два клуба откроют большие залы, где можно будет провести более значимые турниры, такие как республиканские и региональные. Возрастет число участников, так что не все залы позволяют. Я думаю, что на следующий год будет еще больше проведено открытых рингов, лиг К1 по возрастным категориям в разных клубах Республики Молдова, Кишинева. В планах проведения несколько региональных турниров с участием команд из Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии. Второй такой момент. Есть ли какие-то новости и изменения? Наверняка проходят собрания руководства Федерации по К1 среди любителей Республики Молдова. Вот, и что можете сказать о последнем собрании? Ну, на последнем собрании руководства К1 мы провели итоги участия сборной в Кубке мира, задали несколько целей и планов на будущий год, которые будут утверждены в декабре. На последнем собрании из новостей таких было принято решение о назначении Андрея Гроссу генеральным секретарем Федерации К1. Андрей очень хороший тренер. Все знаем, он судья Федерации К1 и профессиональный судья К1. Он тренирует в клубе тайбоксинг клуб. Авторитетный человек в мире боевых искусств, не только в Республике Молдова. Надеемся, с его приходом официально еще лучше пойдут дела в нашей федерации. Bună ziua, cum te cheamă? Mine mă cheamă Daraban Grigore. Dar de ce tu ai ales sportul lui K1? Pentru că este foarte interesant și foarte renumit. Bună ziua! După cum vedeți, s-au strâns foarte multă lume, sunt foarte mulți copii, asta e bine pentru dezvoltarea
acest gen de sport. Deja au mers vă două lupte cu niște campioni mici, au arătat rezultate foarte frumoase. Nu în câțiva ani, dar chiar spunem în timpul apropiat, putem să ajungem să întrecem și Olanda. Să fim și mai puternici, avem toate șansele să ajungem cu mare viteză de urmă. Андрей, добрый день. Как мы видим, пошла очень хорошая такая тенденция роста и посещаемости опен-рингов как самими участниками, так и простыми зрителями, друзьями, которые, наверное, тоже приходят в зал. И второй момент мы узнали вот из интервью президента Федерации К1 любителей Республики Молдова Дамир Дарина о том, что на последнем собрании ты был назначен генеральным секретарем Федерации. Наши поздравления, и что ты об этом думаешь? Спасибо. Здравствуйте всем. Очень рад видеть в нашем клубе столько людей. На сегодняшний день, вот на сегодняшний открытый ринг, мы собрали 50 пар, 51, если быть точнее. Для открытого ринга это огромное число участников, потому что даже на чемпионате республики в один день боксируют там 40, 50, 60 пар. Это очень радует. И еще больше радует тот момент, что очень много детей. Это лучше всего, потому что дети занимаются спортом, они участвуют на соревнованиях, они доказывают себе, что они лучшие. Им это надо, они должны растить с чувством того, что он лучше всех, что он умеет что-то делать. И таким образом мы будем расти спортсменов хороших не только для республики, но и для всего мира. Таким образом будут все знать о нашей маленькой, но очень сильной и гордой стране. Что касается выбора меня как генерального секретаря Федерации, я очень благодарен, что мне доверили такую функцию. Я буду делать все возможное и стараться делать и невозможные вещи для того, чтобы мы росли и развивались дальше, чтобы наша федерация собирала все больше и больше спортсменов. Вот даже на сегодняшнем соревновании у нас первый бой боксировал наш боец Никита, который по большому счету боец К1, и боксировал с бойцом, который из классического бокса. И они боксировали по правилам классического бокса. То есть это была такая матчевая встреча. Это говорит о том, что люди к нам приходят со всех спортов. Это все радует, и я буду стараться и дальше делать все только во благо развития нашего спорта, и чтобы о нас все знали, как о хорошей федерации. Da, este îmbucurător faptul că ca unuș e amploare destul de vastă în Republica Moldova. Într-adevăr, după cum ați observat, sala e arhiplină. De fapt, chiar glumeam că parcă s-ar face campionatul Republicii. Asta e îmbucurător, de fapt, crește o generație nouă de luptători. Este o verificare pentru dânsi și asta e prima etapă, de fapt, unde se manifestă caracterele, unde se manifestă tendințele lor. Vrem să credem că vom continua așa și pe viitor, mai des să ne întâlnim, deoarece un schimb de experiență care pe viitor încă o dată ne va da posibilitatea să-l remarcăm pe cel mai puternic dintre luptătorii din Republica Moldova, indiferent de categorie. Incarcerated at the time I caught the breakaway, the guard made it.
I had these motherfuckers.